Всем привет! Вы на канале «Домашнее подворье. Прибыльное хозяйство». Есть в моем хозяйстве боевая подруга. Надежная, несгораемая и неубиваемая. Служила бабке, мамке, внучке и жучке послужит. Супермодель сковородки. Ее можно поставить где-то наравне с изобретением колеса. Есть на моей кухне и гламурные модели. И глаз радует, и мыть удобнее. Но всякое бывает. Уронил, эмаль скололась, не той лопаткой помешал, и антипригарная приказала долго жить. Зато моя боевая подруга и в костер, и на угли, газовую и электрокомфорки все вынесет, не пожалуется. Вот на индукционную ее не пробовала, магнит ее не берет. Может, кто знает, можно ли на такой на индукционной плите работать. И только одно маленькое но. Такая сковорода пачкается быстро, а моется плохо. К бытовой химии отношусь осторожно, особенно к агрессивным чистящим на кухне. И вот и случается такой упс со сковородкой. Сегодня поделюсь с вами способом, как можно легко и главное между делом убрать нагар с посуды такого типа. Сейчас на улице время листопада. И у кого есть сад, дача или другая любая территория, где нужно убрать опавшие листья, этот способ для вас. Выбираем подходящую погодку с легким ветерком. Берем инструмент для уборки листвы, посуду для чистки и выходим на участок. Собираем листья в кучу для костра и в этот костер помещаем посуду для чистки. Все остальное сделает высокая температура. Именно жар от костра обжигает нагар. Время обработки в каждом случае свое и зависит от того, насколько жарко горит костер. Если жечь сухие ветки, нагар обгорает еще быстрее. В моем случае листьев было не очень много, поэтому я оставила сковороду в клеящей золе до утра. Когда достала, она даже была еще горячей. Зато полюбуйтесь на результат. С одной стороны не докалилась, но достаточно было легко потереть наждачкой и все осыпалось. Осталось отмыть и немножко дочистить металлической сеткой для посуды. Способ, возможно, для ленивых, а правильнее сказать для тех, кто ценит свои руки, время и здоровье. По скриптум, до того как очистила нагар со сковороды, такую процедуру сделала с решеткой газовой плиты. На обработку решетки времени и листвы ушло гораздо меньше. Результат налицо, осталось промыть. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока, до новых встреч!